Всем привет! В эфире календарь событий с 28 января по 3 февраля. Как всегда, я расскажу вам о всех событиях следующей недели, за исключением одного. Итак, приступим. 28 января начнется ивент Дорога Приключений. Событие простое. Обычно за эти пару дней, пока оно идет, удается собрать в игре кубики, которых чаще всего хватает для того, чтобы получить главный приз. Но здесь есть два режима. В обычном режиме потребуется 15-16 кубиков для его завершения, возможно, чуть больше. А если говорить про режим Ад, то, соответственно, количество увеличится в 5 раз. Поэтому перед тем, как участвовать, ознакомьтесь с главным призом. Завтра начнется семнадцатый сезон испытания воина. Это хорошее событие, там простые задания и интересный магазин. В нем я всегда беру опыт, навыка и фрагменты камней таланта. Но, конечно, стоит исходить из потребностей каждого конкретного лорда. Кстати, в этот раз я не стала тратить камни, потому что разработчики планируют ввести новый реквизит. Супер камень для очистки старого сердца. При его использовании статы не будут понижаться и есть вероятность, что эти камни появятся здесь. Поэтому я рекомендую вам пока оставить камень героизма, не тратить его. Информацию получила буквально несколько часов назад и при необходимости я уточню это завтра. Сам камень действительно классный и он давно необходим в игре. Осталось подождать его добавления и посмотреть сколько он будет стоить. Таинственная алхимия. Ивент начнется 31 января. В ходе этого события можно получать предметы лорда, героя, зверя, можно получить ускорение и другие предметы, ну, например, репутация. Чаще всего игроки берут тут материалы для ковки. Как наиболее выгодно алхимичить, наверняка уже все знают. Так что я не буду тратить ваше время, идем к следующему ивенту. Кроме этих ивентов, на этой неделе игроки будут развлекаться, пуская стрелы в большого динозавра во время ивента «Королевский охотничий конкурс». Смогут поучаствовать в событии приказ розыска, секретный приказ и, конечно, сокровища злого дракона. Если вам интересна наша рубрика «Календарь событий», ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Если же у вас есть какие-то пожелания либо вопросы, буду рада видеть их в комментариях. До новых встреч! Всем успешной игры!